Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Я вам сейчас покажу, как делается праздничный обед для свиней осенью. Самое лучшее время года — это осень, когда все созрело, всего валом. И посмотрите, какой у нас будет сейчас набор ингредиентов. Это у нас яблоки. Не думайте, яблоки падалочные. В этом году очень много фруктов. Просто валом. И это все часть там попадала, посбивала ветром. Выбрасывать жалко. Поэтому мы все используем в корпус. Мы собирали ведро, взяла. Теперь у нас есть арбуз. Это какой? Естивной, как он там? Не кормовой он именно. Можно в пищу использовать. В общем, включаем нанотехнологию. Перетираем арбуз на стружку. Можно, конечно, не перетирать, свиньи съедят, но так он хорошо перемешается с дертью, и они тогда с большим удовольствием это все дело употребят в пищу. Будьте осторожны, если у вас есть такое нанооборудование, чтобы, не дай бог, рука не соскочила, не попала в терку. У меня однажды попала, так я себе там отрихтовал несколько пальцев. В общем, болели недолго, зрелище было такое, не для слабонервных. Поэтому на трезвую голову все делать лучше. И не спросов, главное. Так. Вот такого, кстати, арбуза кашного хватит на, ну, штук на 7 свиней, на 8 взрослых. На один раз нормально так захапать. Так, ладно. Будем считать, что перетерлось. Вот видите, у меня получилась уже такая нехилая добавок. Теперь начнем все это смешивать. Кашный арбуз очень нефигово смешивается с дертью. Образует такую веселую массу. Также можно дать БМВД, мы готовим, кстати, для свиноматки. БМВД для кормящей свиноматки, вот именно этого производителя, 20% от массы корма. Соответственно, вымериваем на весах. Я вымерил, у меня жменя ровно 100 грамм. Короче, в жменю вмещается ровно 100 грамм. Все, теперь добавляем по вкусу этих самых слив и яблок. Кстати, яблоко, если оно там подгнившее, где-то ударенное, для свиньи совершенно не важно. Она его съест с удовольствием, поэтому сильно не запаривайтесь. Сам факт наличия яблок уже делает настолько приятно прием пищи для свинок, что ему будет очень сильно благодарны. Были груши, ну чуть раньше, груши уже отошли. Они тогда у нас грушки кушали. Теперь пошли яблоки, сливы, ну и арбуз, как видите. Теперь пойдемте сейчас дадим, как видите. Получается у них такая мешанка. Сам бы ел, да деньги нужны. В общем, сейчас посмотрите на реакцию свинки. Сейчас иду. Ты чего? Сейчас вы посмотрите, как наша мамочка с каким удовольствием набрасывается на еду. Что я хочу отметить: кашный арбуз настолько хорош, ну, свинкам нравится. Вот она опоросилась, а ну сейчас я выгоню эту кодлу. Покажи кодлу. Вот она только шашлык принесла, привела, опоросилась. Я ей на второй день тер арбуз с дертью, она сразу кушать начала. При этом, допустим, с БМВД не особо. Ну, может, до 5 дней, неделю не есть вообще. Если роды тяжелые, а роды тяжелые, потому что поросяток много. Как видите, 11 поросяток. В общем, ну она уже худая конкретно высасывает, да? При том, что кормежка у нее усиленная. Она съедает в день там корма килограмм, я не знаю, килограмм 15, наверное.
общем, когда вводишь в корм овощи, фрукты, это настолько весело им становится, что они вот все съедают, аппетит появляется прекрасный. А смотри, какой здоровый. Если, допустим, этого нет, с аппетитом бывают проблемы, особенно у свиноматок, которые опросились. В общем, как вы видите, наша... А ну ладно, двигайся, пацаны. Наша диета приводит к правильному результату поросятки. Ну, как видите сами, им сейчас уже неделя, наверное. Чуть больше недели. Еще нету, 10 дней нету еще, наверное. И они уже вот, как сами можете наблюдать, весело себя чувствуют. Ну, такие жопы. Ну что, идем еще замесим сейчас второй свинки. И уже тогда будем прощаться. Опять же, смело используем дары природы. Тем более, я же говорю, у нас в этом году настолько много. Натуральным образом фруктами просто. Фруктами побаловал. Опадовочных валов можно пойти насобирать просто везде. Понад дорогой яблони стоят битком. В общем, главное не лениться. И вот такой вот мешанку свиньи жрут с такой радостью, получают и витамины, и усваивает все хорошо, и аппетит отличный. Пользуйтесь возможностью, насыщаем перед зимой витаминами. Дешево и сердито. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комменты. Всего доброго.